Вкладывает корпус один из чешских игроков. Это 44-й номер Матей Странский. Опасный момент. И шайба не прижата. Только-только сейчас оказывается она. Да нет, вы знаете, вот только сейчас оказывается она под Игорем Брикуном. Действительно, чехи достаточно опасно огрызнулись. И видели мы, как Юрий Полонский на пятачке 23-й номер пытался там переиграть Брикуна, но здорово действовал наш голкипер. Есть вопросы к игре в обороне, я думаю, у Михаила Захарова к своим подопечным. Ну, несколько слов о Ирже Полонском, который сейчас...